Дорогие друзья, сейчас вы услышите удивительную историю о величайшем герое Древней Греции Геракле. Много подвигов совершил сын верховного бога Зевса. Но 12 из них выделяют особо. Итак, друзья, слушайте. А ты, внучка, помогай. А если будет непонятно, спрашивай. Хорошо, дедушка. В городе Микены в один день с рождением Эврисфея появились на свет близнецы Алкид и Эфика. Ой, как много имен, дедушка! Эврисфей, Алкид, Эфикл. А кто же из них родился Гераклом? Гераклом родился Алкид, то есть сильный. Хорошо. А кто такой Эврисфей? И почему Алкида назвали Гераклом? Давай по порядку. Начнем с Эврисфея. Начнем. В тот день, когда должен был родиться великий сын Зевса, собрались боги на высоком Олимпе. И сказал Зевс богам. И что же он им сказал? Сегодня родится великий герой. Он будет властвовать над всеми своими родственниками, которые ведут свой род от сына моего, великого Персея. Сегодня родится первый среди людей. И Зевс поклялся в этом своей жене богине Гере. Но коварная Гера, разгневанная тем, что Зевс взял себе в жены простую смертную Алкмену, обманула его и подстроила так, что первым в тот день родился... Эврисфей! Да, слабый и больной ребенок, который в дальнейшем стал властвовать над всеми потомками Персея. Понятно. А почему Алкида назвали Гераклом? А потому, внучка, что в переводе с греческого Геракл означает совершающий подвиги из-за гонений Геры. И как же это она его гоняла? А с самого рождения, узнав, что Геракл родился и лежит, завернутый в пеленки, она, чтобы погубить новорожденного героя, послала к нему двух змей. Тихо подползли змеи к колыбели, где спали близнецы. Обвили тело маленького Геракла. Они же его задушат! Они бы его задушили, если бы он не проснулся. Сын Зевса протянул свои маленькие ручонки к змеям, схватил их за шеи и сдавил с такой силой, что сразу... Задушил! Да. И вот тогда... Прорицатель Тересий поведал, сколько великих подвигов совершит Геракл, и предсказал, что в конце своей жизни он достигнет бессмертия. Дедушка, дедушка, да. А почему он совершал подвиги? Он что, без них не мог прожить? Не мог. А почему? А потому, что после обмана Геры Зевс заключил с ней нерушимый договор, по которому Геракл будет находиться под властью Эврисфея до тех пор, пока не совершит по его поручению 12 великих подвигов. Первый подвиг. Немейский лев. Гераклу недолго пришлось ждать первого поручения царя Эврисфея. Он приказал Гераклу убить немейского льва. Этот лев был чудовищной величины. Ну и что? Он жил около города Немеи и опустошал его окрестности. Подумаешь. Логово льва находилось в огромной пещере, имевшей два выхода. А Геракл завалил один из выходов камнями и стал ждать. Когда уже надвигались сумерки, показался чудовищный лев с длинной косматой гривой. Стрелы выпустил во льва Гераклу и... Но стрелы отскакивали от его шкуры. А он еще стрелы выпустил. Ой, мамочка! Грозно зарычал лев. Рычание его раскатилось по горам, подобно грому. Дедушка, дедушка, я больше не буду. Вот он увидел Геракла и громадными прыжками бросился на героя. Как молния сверкнула!
оглушенный страшным ударом, лев упал на землю. Геракл бросился на него, обхватил его могучими руками и задушил. Когда Геракл принес убитого льва в Микены, Эврисей побледнел от страха. Он понял, какой нечеловеческой силой обладает сын Зевса. Он запретил ему даже приближаться к воротам Микены. А когда Геракл приносил доказательства своих подвигов, Эврисей с ужасом смотрел на них с высоких городских стен. Второй подвиг. Лернейская гидра. После первого подвига Эврисфей послал Геракла убить Лернейскую гидру. Я знаю. Это было чудовище с телом змеи и девятью головами дракона. Жила она в болоте около города Лирны и, выползая из своего логовища, уничтожала целые стада и опустошала лес. Правильно? Правильно. Но борьба с девятиглавой гидрой была очень опасной. Это почему? Потому что одна из ее голов была бессмертна. Я так и думала. Отправился в путь Геракл с сыном Ификла и Алаем. Это значит со своим племянником, да? Да, да. Так вот, придя к болоту у города Лерны, Геракл оставил Иолая с колесницей близ лежащей рощи, а сам отправился искать гидру. И нашел он ее в окруженной болотом пещере. Раскалив до красна свои стрелы, стал Геракл пускать их одну за другой в гидру. Выползла гидра из мрака пещеры, грозно поднялась на своем громадном хвосте и хотела уже броситься на героя. Но наступил ей сын Зевса на туловище и придавил к земле. Села в воздухе его тяжелая палица, и одна за другой падали на землю головы гидры. А на месте каждой сбитой головы у гидры вырастали две новые. А тут еще на помощь гидре из болота выполз чудовищный рак и впился своими клешнями в ногу Геракла. Вот тогда герой призвал на помощь Алая. И Алай убил рака, зажег ближнюю рощу и горящими стволами деревьев стал прижигать гидре шею и... И новые головы перестали вырастать. Наконец и бессмертная голова ее отлетела. Чудовищная гидра была побеждена и рухнула мертвой на землю. Глубоко зарыл ее бессмертную голову победитель Геракл и навалил на нее громадную скалу, чтобы не могла она опять выйти на свет. Затем рассек герой тело гидры и погрузил в ее ядовитую желчь свои стрелы. С тех пор раны от стрел Геракла стали смертельными. Великим торжеством вернулся Геракл. Но там его ждало уже новое поручение. Какое? Стимфалийские птицы. Третий подвиг. Эврисфей поручил Гераклу перебить стимфалийских птиц. Они нападали на животных и на людей и разрывали их своими медными когтями и клювами. Но теперь эти птиц были из твердой бронзы, и птицы, взлетев, могли ронять их подобно стрелам, так? Так. Да. Трудно, наверное, было Гераклу выполнить это поручение. Трудно, внучка. И если бы не помощь Афины Паллады... О, а это кто такая? Афина Паллада – дочь верховного бога Зевса, богиня плодородия и мирного труда. Повелительница туч и молний. Более подробно я расскажу о ней в нашей следующей встрече. Ну, хорошо, хорошо, дедушка. Ну что же было дальше-то? Ну как помогла Гераклу Афина Паллада? Она дала Гераклу два медных тимпана. Чего она ему дала? Два медных тимпана. Ну, иными словами, две медные тарелки, которые выковал бог-кузнец Гефест. Ну, так бы сразу и сказал. Так вот. Дала она их Гераклу и велела встать на высоком холме у того леса, где гнездились стимфалийские птицы, и ударить в тимпаны. Так и сделал Геракл. Не поднялся такой оглушительный звон,
что птицы громадной стаи взлетели над лесом и стали в ужасе кружиться над ним. Бронзовым дождем сыпали они острые, как стрелы, перья на землю, но не попадали перья в стоящего на холме Геракла. А он как схватит свой лук и давай разить птиц смертоносными стрелами. Страхи взвелись за облака симфолийские птицы. Улетели они далеко за пределы Греции. Аж на берега Черного моря. И больше никогда не возвращались. Так исполнил Геракл это поручение Эврисфея. И вернулся в Микены. Но тотчас же пришлось ему отправиться на еще более трудный подвиг. Какой, дедушка? Киренейская лань. Четвертый подвиг. Эврисфей знал, что в Аркадии живет киренейская лань, посланная богиней охоты Артемидой в наказание людям. Лань эта опустошала поля. Эврисфей велел Гераклу поймать ее живой и доставить в Микены. Эта лань была необычайно красива. Рога у нее были золотые, а ноги медные. Целый год преследовал Геракл киренейскую лань и в погоне за ней достиг крайнего севера. Здесь он увидел лань, хотел схватить ее. Но ускользнула она и как стрела понеслась назад, на юг. И опять началась погоня. И только в Аркадии удалось Гераклу настигнуть лань. Он ранил ее в ногу, взвалил на плечи и хотел уже нести златорогую лань в Микены, как вдруг... Предстала пред ним разгневанная Артемида и сказала: «Разве не знал ты, Геракл, что лань эта моя? Зачем оскорбил ты меня, ранив мою любимую лань?» Склонился Геракл перед прекрасной богиней и ответил: «О, великая Артемида, не вини меня! Не по своей воле преследовал я твою лань, а по повелению Эврисфея сами боги повелели мне служить ему». Артемида простила Гераклу его вину, и великий сын Зевса принес живой в Микены киренейскую лань и отдал ее Эврисфею. Эриманский кабан. Недолго отдыхал Геракл после охоты на медноногую лань. Что, Эврисфей опять дал ему поручение? Да, и на сей раз Геракл должен был убить эриманского кабана. А, я знаю. Этот кабан обладал чудовищной силой, жил на горе Эриманце, опустошал окрестности и убивал людей своими огромными клыками. Молодец. Подумаешь. Так вот. Геракл отправился к горе Эриманфу, а по дороге навестил он мудрого кентавра Фола. Кого он навестил? Кентавра. Это такое фантастическое существо. Конь с торсом человека, понимаешь? А, понимаю. Так вот, этот конь устроил для Геракла пир. Во время пира кентавр открыл большой сосуд с вином. Далеко разнеслось его благоухание, и страшно рассердились кентавры на Фола. Почему? Потому что вино принадлежало не только Фолу, а было достоянием всех кентавров. Ай, кентавры, конечно же, на них напали. Да, именно в тот момент, когда они вдвоем весело пировали. Но Геракл уже не испугался кентавров. Конечно. Он быстро вскочил со своего ложа и стал бросать в нападавших громадные дымящиеся головни. И кентавры обратились в бегство. А Геракл рассеял их своими смертоносными стрелами. Он преследовал их аж до самой Малеи. Там укрылись кентавры у друга Геракла Хирона, мудрейшего из кентавров. Следом за ними в пещеру ворвался Геракл. В гневе натянул он свой лук, сверкнула в воздухе стрела и вонзилась в колено одного из кентавров. Ура! Не врага поразил Геракл, а своего друга Хирона. Но ведь рано же от стрелы отравлены желчью гидры смертельно. Да, внучка. И тем не менее Геракл заботливо промыл и перевязал рану друга. Дедушка, он умрет, да?
Впоследствии Херон добровольно сошел в царство мертвых, чтобы не страдать от ран. В глубокой печали Геракл покинул Херона и вскоре достиг горы Эриманфа. Там, в густом лесу, он нашел грозного кабана и криком выгнал его из чащи. Долго преследовал кабана Геракл и, наконец, загнал его в глубокий снег на вершине горы. Когда кабан увяз в снегу, Геракл бросился на него, связал и отнес живым в Микены. Увидела в респе чудовищного кабана и от страха спрятался в большой бронзовый сосуд. А когда вылез из него, снова позвал Геракла и дал ему новое поручение. Шестой подвиг. Скотный двор царя Авгия. Гераклу предстояло очистить от навоза скотный двор Авгия. А, я знаю его. Он был царем города Лиды и сыном бога Солнца. Да. Лучезарный Гелиос дал своему сыну неисчислимые богатства. Особенно многочисленны были стада Авгия. Среди его стад было 300 быков с белыми, как снег, ногами. 200 быков были красные, как сидонский пурпур. 12 быков, посвященных богу Гелиосу, были белые, как лебеди. Один бык, отличавшийся необыкновенной красотой, взял, как полярная звезда. Да, но не ценил дар отца Анги. 30 лет не очищал он стойла, где содержались лошади. Откуда пошло выражение «Авгиевы конюшни» Да, так вот, Геракл предложил Авгию очистить в один день весь его громадный скотный двор, если он согласится отдать ему десятую часть своих стад. Авгий согласился. Он считал, что невозможно выполнить такую работу в один день. Конечно, я тоже так считаю. А Геракл так не считал, а сломал с двух противоположных сторон стену, окружавшую скотный двор, и отвел в него воду двух рек – Алфея и Пинея. Вода этих рек в один день унесла весь навоз со скотного двора, а Геракл опять сложил стены. Ну, я так и думала. В дальнейшем, под словами Авгиевой конюшни, стали понимать грязь, неразбериху и равнодушие. Седьмой подвиг. Критский бык. Чтобы выполнить седьмое поручение Эврисфея, Гераклу пришлось покинуть Грецию и отправиться на остров Крит. Эврисфей поручил ему привезти в Микены критского быка. А, я знаю! Этого быка царю Крита Миносу подарил бог моря Посейдон. Да, и Минос должен был принести быка в жертву Посейдону. Но Миносу, конечно же, не хотелось приносить в жертву такого прекрасного быка. Конечно, и он оставил его в своем стаде, а в жертву Посейдону принес одного из своих быков. Посейдон разгневался на Миноса и наслал на подаренного быка бешенство. По всему острову носился бык и уничтожал все на своем пути. А Геракл поймал быка и обломал ему рога. Да, а потом сел на его широкую спину и переплыл на нем Средиземное море. Геракл привел быка в Микены, но Эврисфей побоялся оставить быка Посейдона в своем стаде и пустил его на волю. Почуя опять свободу, понесся бешеный бык на север. И, наконец, прибежал на марафонское поле. А там его убил афинский герой Тесей. Восьмой подвиг. Кони Диомеда. После укрощения критского быка Гераклу по поручению Эврисфея пришлось отправиться в Фракию к царю Диомеду. Да, я знаю, я знаю. У этого царя были дивной красоты и силы кони. Железными цепями были прикованы они к своим стойлам. Да, и кроме того, царь Диомед кормил этих коней человеческим мясом. Какой ужас! Он бросал им на съедение всех чужеземцев, попадавших в его город. Гераклу завладел конями Диомеда и увел их на свой корабль.
а на берегу Геракла настиг Диомед со своими воинами. Геракл вступил в бой с Диомедом и победил его. А тело Диомеда бросил кобылицам, и те, окончательно насытившись, стали безвредными. Ой, какой ужас! Геракл привел коней Диомеда к Эврисфею, а тот велел выпустить их на волю. Кони убежали в горы, покрытые густым лесом, и были там растерзаны дикими зверями. Девятый подвиг. Пояс Ипполиты. Рассказывать буду я, а ты, дедушка, помогай. Хорошо, внучка. Итак, когда последняя лошадь Диомеда была растерзана дикими зверями, Эврисфей отправил Геракла в страну Амазонов за поясом царицы Ипполиты. Этот пояс подарил Ипполите бог войны, Арес, и она носила его как знак своей власти над всеми амазонками. Дочь Эврисфея Адмета захотела непременно иметь этот пояс. Собрав небольшой отряд героев, сын Зевса отправился в далекий путь на корабле. Слава о его подвигах давно уже достигла страны Амазон. Поэтому, когда корабль Геракла пристал к берегам Амазоны, вышли амазонки с царицей навстречу героям. Царица Ипполита спросила Геракла. Славный сын Зевса, скажи мне, что привело тебя в наш город? Мир несешь ты нам или войну? Так ответил царица Геракл. Царица, не по своей воле пришел я сюда с войском, совершив далекий путь по бурному морю. Меня прислал властитель Микены Эврисфей. Дочь его Адмета хочет иметь твой пояс. Не в силах была отказать Гераклу Ипполита. Она уже была готова добровольно отдать ему этот пояс. Но Гера, желая погубить ненавистного ей Геракла, приняла вид амазонки и стала убеждать воительниц напасть на войско Геракла. И амазонки поверили Гере. Схватились они за оружие и напали на войско Геракла. Много славных героев и героинь полегло в тот день на бранном поле, прежде чем сын Зевса одержал победу. Амазонки заключили мир с Гераклом, а пояс власти перешел от Ипполиты к дочери Эврисфея. Десятый подвиг. Коровы Гериона. Вскоре после возвращения из похода в страну амазонок Геракл отправился на новый подвиг. Эврисфей поручил ему пригнать в Микены коров великана Гериона. Чтобы выполнить это поручение, Гераклу пришлось пойти на край света, где жил Герион и где сходил с небосвода лучезарный бог солнца Гелиос. Едва Геракл ступил на заветный берег, как почуял его двухглавый пес Орфа и с лаем бросился на героя. Да! А Геракл убил его одним ударом тяжелой палицы. Да, но не один Орфа охранял стада Гериона. Пришлось биться Гераклу и с его пастухом, великаном Эвритоном. Ша! Давил Геракл в объятиях Эвритона и задушил. А потом так погнал коров Гериона аж до самых Микен. Погоди, погоди. Ты же забыла про самого Гериона. А ведь это был чудовищный великан. Подумаешь. Он имел 3 туловища, 3 головы, 6 рук и 6 ног. 3 щитами прикрывался он во время боя. Да подумай. 3 громадных копья бросал сразу в противника. Ну и что? А Афина Паллада снова помогла Гераклу. Едва увидел Геракл Гериона, как тотчас пустил у него свою смертоносную стрелу. За ней вторую, третью. Грозно взмахнул Геракл своей всесокрушающей палицей и как молнией поразил ею Гериона. Да, но еще много трудностей предстояло впереди, прежде чем Геракл пригнал коров Микены. И все-таки, дедушка, он с ними справился. И в честь этого полного лишения похода
По обеим сторонам Узкого пролива герой воздвиг два гигантских столба, получивших название Геракловы. А пролив? Гибралтар. 11-й подвиг. Кербер. Едва вернулся Геракл в Микены, послал его Эврисфей укротить и привести к нему злобного и ужасного пса Кербера. Для этого он должен был спуститься в мрачное, полное ужасов подземное царство Аида, царство мертвых. Три головы было у Кербера. На шее у него извивались змеи, а хвост оканчивался головой дракона с громадной пастью. У самых врат царства Аида увидел Геракл приросших к скале героев Тесея и Перифоя, царя Фессалии. Их наказали боги. А за что? За то, что они хотели похитить у Аида жену его, Персефону. Взмолился Тесей Гераклу. О, великий сын Зевса, освободи меня! Ты видишь мои мучения! Протянул Геракл Тесею руку и освободил его. Подземное царство Геракла ввел вестник богов Гермес, проводник душ умерших. А спутницей героя была любимая дочь Зевса, Афина Паллада. Много ужасов видел на пути своем Геракл. Наконец он предстал перед троном Аида. Царь выслушал Геракла и сказал ему так. Я исполню твою просьбу, Геракл, если ты без оружия укротишь Кербера. Долго искал Геракл Кербера по подземному царству. Наконец он нашел его на берегах Ахеронта. Геракл охватил руками шею Кербера. Грозно завыл пес Аида, и все подземелье наполнилось его воем. Он силился вырваться из объятий Геракла. Но крепче сжимали могучие руки шею Кербера. Обвил хвостом своим Кербер ноги Геракла, впилась голова дракона зубами ему в тело. Но могучий Геракл все сильнее и сильнее сдавливал шею Кербера. И полузадушенный пес Аида упал к ногам героя. Геракл привел Кербера в Микены. В ужас пришел трусливый Эврисфей при одном взгляде на страшного пса. Чуть не на коленях молил он Геракла отвести Кербера обратно в царство Аида. И Геракл исполнил его просьбу и вернул Аиду его грозного стража. 12-й подвиг. Яблоки Гесперид. Это был последний, но самый трудный подвиг на службе у Эврисфея. Геракл должен был отправиться к великому титану Атласу, который держит на своих плечах небесный свод. И достать из его садов, за которыми смотрели дочери Атласа Гесперида, три золотых яблока. Чтобы совершить этот подвиг, нужно было прежде всего узнать путь в сады Гесперид, охраняемые драконом, никогда не смыкавшим глаз. Долго блуждал Геракл по Азии, по Европе. Прошел все страны, которые проходил раньше. Дошел до крайнего севера. И силой добыл у морского старца Нерея тайны пути в сады Гесперид. В Ливии встретил он великана Антея и... победил его! Да, много опасностей встретил Геракл на своем пути. И на самом-самом краю земли увидел он могучего Атласа, держащего на своих широких плечах весь небесный свод. О, великий титан Атлас! Обратился к нему Геракл. Я сын Зевса, Геракл. Меня прислал к тебе Эврисфей, царь богатый золотом Микен. Он повелел мне достать у тебя
3 золотых яблока с золотого дерева в садах Гесперид. Я дам тебе 3 яблока, сын Зевса, ответил Атлас. Если ты, пока я буду ходить за ними, станешь на мое место и будешь держать на плечах своих небесный свод. Геракл согласился. Он встал на место Атласа и держал небесный свод до тех пор, пока не вернулся Атлас с 3 золотыми яблоками. Вот 3 яблока, Геракл. Если хочешь, я сам отнесу их в Микены, а ты подержи до моего возвращения небесный свод. Геракл понял хитрость Атласа. Понял, что хочет он совсем освободиться от своего тяжелого труда. И против хитрости применил хитрость. Хорошо, Атлас, я согласен. Только позволь мне прежде сделать себе подушку на плечи, чтобы не давил на них небесный свод. Атлас встал опять на свое место и взвалил на плечи тяжесть неба. Геракл же поднял лук и колчан со стрелами, взял палицу и золотые яблоки и сказал: «Прощай, Атлас! Я держал свод неба, пока ты ходил за яблоками Гесперид. Но вечно нести на своих плечах всю тяжесть неба я не хочу». Геракл вернулся к Эврисфею и отдал ему золотые яблоки. Эврисфей подарил их Гераклу, а он подарил яблоки своей покровительнице, дочери Зевса Афине Палладе. А она вернула яблоки Гесперидам, чтобы вечно оставались они в их садах. После своего 12-го подвига Геракл окончательно освободился от службы у Эврисфея. Ура! Боги даровали ему бессмертие, приняли Геракла в качестве бога на Олимпе и поместили в сон созвездий, созвездие Геркулеса. А женой его на Олимпе стала вечно юная богиня Геба. Дорогие друзья, в нашей следующей встрече мы расскажем вам о греческих богах и новых героях. Вы узнаете много интересного о жизни бессмертных обитателей Олимпа. Всего вам доброго! До новых встреч!